Здравствуйте, дорогие господа, с вами Light TV. И я сегодня хочу снять такой видеоролик про легкого старта. Но сначала я хочу вам рекомендовать такой очень хороший канал. Канал очень такой хороший. Название у канала... название канала опять Лайк ТВ. Ну это вот сейчас тоже такое же фото я скачал у этого пацана. Ну очень хороший канал у него, я посмотрел его видосики. Мало видосиков, но очень хороший. Например, это Мамикс не вор. Мамикс честно. Я тоже подписчик Мамикса. Я очень люблю этот канал. Очень хороший пацан от Мамикс. Вот как скачать видео из Ютуба? Я не смог скачать из Ютуба видео. Ну, написал в поиске скачать. Как скачать видео из Ютуба? Вот первый был это. Нажмал на эту. И прям так смотрел. И сказал да, да, да. Потом захожу, кто это скинул это видео. Там написано Лайк ТВ, блин. Думаю, чтобы мне, я тоже бы создал такой канал. И создаю такой канал, с такое название Лайк ТВ, и скачиваю этот фото у этого пацана. Да. Ну, рекомендую этот канал, очень хороший. Зайдите, подписывайтесь, ставьте лайки на этом канале. Все-все можно найти в этом канале. Этот пацан очень крутой. Ну, пойдем назад к моему каналу. Это мой канал. Два видосика. А, да, тут не будут только русские видосики. Тут будут видео, ну, например, тут такой музыка армянская. Вот это тоже армянская музыка. Да. Тут будут и армянские, и русские, и английские видео, да. На три языке, да. На армянском помогут мой друг Карен. Он из Армении. Он говорит по-армянски, когда буду я снимать видосы по армянскому языку, будет он мне помогать. А по английскому уже я буду. Ну все, давайте пойдем дальше. Я, как говорил, мы будем говорить про легкого старта. Вот легкий старт. Этот негодяй, это легкий старт, блин, обманщик. Он всех обманывает. Типа что Мамикс ворует ворует видосики. Вот он тут скинул видео. Давайте пообсуждаем это видео. Супер крутой ролик. Как весело отдохнуть на море. Ссылка в описании. Юр, кажется, на Мамикса не победить. Да, это так и есть. Мамикс непобедимый, потому что он лучший. Давайте продолжать. Да как так? Но он же вор и плагиат. Смири. Вот это неправда. Он не вор. Сам вы воры, блин. Хватит. Ну, давайте посмотрим дальше. И с легкий старт слабее. Легкий старт, да. И слабее, и безумный, безмозговый, тупой. Давайте продолжим. Но мы оригинал и не плагиат. Нет, Катя, в русском ютубе нужен новый, неповторимый формат. Я Мамикс Король Крыс, бог среди богов. Да, он бог, но не крыса. Сам вы крысы, тупые, безмозгливые крысы. Скоро тоже превратитесь в моих рабов. Да, конечно, Мамикс. Фуры с дизлайками, мое оружие, дизлайк. Но я никого не прошу. Только поставьте легкому старту дизлайк. Мои верные крысы уничтожают все вокруг. Становитесь злыми, как я. Пусть все остальные умрут. Нет в мире добра. Никто не ценит легкого старта. Есть в мире добра. Это Мамикс. Да. Мамикс лучше, блин. Они просто завидуют Мамикса. Давайте продолжим.
Не нужны нам мультики в Ютубе. Пускай все художники умрут. Зачем вам мультики? Лучше посмотрите тысячу раз желейную колу. Зачем вам доброта? Лучше хей-хей-хей! Умри от спида, выброся в окно! Да, меня так научил Мамикс, а ты полное дерьмо! Ну, крысы... Сам вы дерьмо, Мамикс лучше вас, вы просто завидуете его. Мамикса, и мы готовим свои фуры! Нас тысячи, и мы везде, и мы как шкуры! Здесь только ненависти, катитесь легкий старт, два! Чтоб ты умер от спида, сдохни! Ну даже если так, вы нам запрещаете рисовать. Король крыс Мамикс сегодня победил, не сом... Мамикс всегда побеждает. Он король, но не король крыс. Он король ютуберов. Мамикс, слушай. Не на... Злоба в комментариях и мат, мат, мат! Этим миром правит Мамикс и плагиат! Хей, хей, хей! Все, кто за легкий старт, сдохните, горите, в ад! Легкий... Да, это так и есть. Так, ты сдохнешь от спида! Кто любит легкий старт, умрите от спида, от спида! Хей, хей, хей! Ну что, посмотрели мы этот дурацкий видосик, как сделал этот пацан легкого старта, блин. Чё за не люди вообще? Чё творят? Ну да... Мудаки, бля. Ну, что бы ни случился, я все равно буду болеть за Мамикса. Мамикс лучше. Мамикс, 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 Мамикс лучше всех. Мамикс. И что бы ни было, я буду с тобой. Мамикс, наш любимый Мамикс. А, классный ютубер, это Мамикс. Ну, да, сегодня столько. Ну, здесь такие безмозглые дураки, вот, как легкий старт. Это вообще не канал, блин. Фу-фу-фу. Ну, что они там кричат? Бурум-бурум-бурум, ваш дурацкий бурум-бурум, блин. Фу, это за канал, блин, это вообще не канал. Как можно смотреть такие дурацкие каналы? Их вообще надо удалить из Ютуба. Ну все, до свидания. Подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на тот канал, который я вам рекомендовал. Это канал моего... Ну, друга Мамикса, этот Лайк ТВ, этот пацан, друг Мамикса. Мамикс его друг. Вот. Я с ним познакомилась несколько недель назад. Он тоже как будто мой друг. А Мамикс его друг. Ну, если вы уважаете Мамикса, значит, наверное, уважаете его друзей. Ну, поставьте лайк ему, друзьям. Не мне, мне не надо. Поставьте либо ему и ему друзей. Ну, все, до свидания. До завтра. С вами был Лайк ТВ. Подписывайтесь и ставьте лайки. До свидания. С вами был Лайк ТВ.